Всем привет! С вами канал «Китай стал ближе». И сегодня у нас прикольные посылочки. Прикольные. Сейчас расскажу почему. Итак, прикольные посылочки. Начнем, давайте вот с этой. Шла на 25 дней. Оценена она в 2 доллара. И здесь, по-моему, разветвитель для USB. Вот дома постоянная война, постоянно не хватает зарядок. То есть некуда воткнуть зарядку, зарядить телефон. Столько, блин, заказываю с AliExpress, еще ни разу не заказывал зарядку. Вот решил наконец-то заказать вот такой вот USB разъемчик, разветвитель, как он правильно называется, я не знаю. Напишите в комментариях, может быть, кто подскажет. Чтобы было где зарядить телефон, второй телефон, пауэрбанк, все, в общем, то вечная проблема, негде зарядить. А здесь вот сразу 4 входа. Что ж, надо проверить, работает он или не работает. Что ж, давайте для проверки возьмем мой пауэрбанк, возьмем мой телефон. И давайте попробуем. Проверим, заряжает он или не заряжает. Так. Все по порядку. Берем телефон, включаем пауэрбанк и пробуем. Первый разъемчик. Угу. Зарядка пошла. Пробуем второй разъемчик. Зарядка пошла. Пробуем в третий разъемчик. Зарядка пошла. И пробуем в четвертый разъемчик. Зарядка пошла. Все замечательно. Он заряжает, он работает. Он светится. Вот такая вот штука. Можно сразу подключать несколько устройств. Надо будет подключить к ноутбуку, и уже никаких проблем с зарядками не возникнет. А то, еще раз повторюсь, у нас дома проблема с зарядками вечная. Ну что ж, отличная вещь. Оставляем ее. Оставляем, продолжаем дальше. Вот эта посылка шла 19 дней. 19 дней, трек-номер не отслеживался. Рашка клеенная уже здесь у нас в России. Оценена она, посылка, в 3 доллара, весит 80 грамм. И здесь должна быть мышь. Мышь беспроводная. Все, собирался снять видео. Соберусь, сниму, наверное, в ближайшие выходные. Сниму видео, что же у меня сломалось. И одно из того, что сломалось, это мышь проводная, которую я заказывал на AliExpress. Ну ладно, об этом поподробнее в следующих видео. Точнее, в следующем видео. А сейчас... Мышка. Вот такая вот беспроводная мышка. Беспроводная мышка. Да, все замечательно. Нету батареечки. Есть флешечка. Нужна батареечка. И мы сейчас проверим. Проверим, работает ли эта мышка. Итак, дорогие друзья, берем мышку, вставляем батарейку. Закрываем крышечку, вставляем приемник. Вставляем приемник. И пробуем. Определяет. О, заработала. Мышка работает, все отлично. Раз я нахожусь сейчас в своей группе. Мышка работает. Все замечательно. Вот такая вот великолепная мышка. Итак, мышка работает. Все замечательно. Давайте приступим к распаковке следующей посылки. Следующая посылочка у нас шла 14 дней.
смотрел, что там, но забыл, в спешке забыл. Давайте посмотрим. Давайте глянем, что у нас здесь. И здесь еще одна беспроводная мышка. То есть у меня сегодня пришли сразу две беспроводные мыши. Вот такая вот прикольная, классная форма. Вот такая вот офигенная беспроводная мышь. Как раз прямо в стиле моего ноутбука. Это, наверное, пойдет для ноутбука, а это, скорее всего, пойдет для приставки. Вот две такие мышки. Правда, не совпадает с цветом. Цвет я вот эту заказывал черную, а вот эту заказывал зеленую с черной. Вот так вот. Ну что ж, давайте эту проверили. Теперь давайте проверим эту мышь. Итак, друзья, берем вторую мышку. Нашел я батареечки мизинчиковые. Вставляем. То есть та мышка работала на пальчиковых батарейках, эта мышка работает на мизинчиковых батарейках. Но мышка, я вам скажу, прикольная. Вставляем приемничек. Да, непривычно. О, заработала. Все великолепно. Вот последнее, одно из последних видео. Реклама. Все работает, великолепная мышка, как раз она будет с ноутбуком. Да, вот такая классная, прикольная, стильная мышка. Итак, мышка работает, все замечательно. Все, вот такие вот у нас три посылочки сегодня были. Замечательные товары, ссылки будут на них в описании, все будет в описании. Подписывайтесь на канал, переходите в группу ВКонтакте. А на сегодня все, на сегодня я с вами прощаюсь. До следующих видео, до следующих встреч.